Что у меня в надводном положении скорость чуть ли не в два раза меньше, чем у тебя. Надводном положении скорость меньше. Ну ладно, да, буду иметь в виду. Я тебе предлагаю между островов не ходить. Я и не иду между них. Но им не между островов, имеется в виду между А и Б. Я предлагаю пойти на А. Шимка с нами туда не пойдет, а мы с тобой туда пойдем. Какие-то у вас на подводных лодках дельфины большие, блядь. Прям гигантского, блин, размера. Ну, это не всегда. А, прыгают, которые Но... из воды. Подводка маленькая размер. По сравнению тут, с, блядь, не киты знаю. какие-то, если с подлодкой сравнивать. Ну так ты посмотри, допустим, размер эсминца и подводной лодки. А так как ты играешь в основном крейсеры, авианосцы, линкоры, то размеры. Ты главное вперед не уходи. По касательной, по А пройди, если что, чтобы на разворот уйти. Да лучше бы на точке, конечно, надо было развернуться, быстрее бы было. Вы держите союзный корабль. Силы противника на горизонте. Требуется поддержка. Зачем тебе поддержка? Мы что тут вдвоем. Да вон Де Мойн идет, пускай поддерживает, если эсминец будет. Где ты Де Мойна увидел? Москву сзади, вижу. За нами, слева, сзади. Вот а, видишь? Наш Де Мойн. Ну видишь, что? Что и следовало доказать. Ага, здесь подводная лодка. А, и эсминец, возможно. Сейчас узнаем. Скорее всего. Ну, пойду я чуть-чуть быканул. Вот тебе и подводка, но вот, это эсминец, ага, был. Вот, пожалуйста. Паяц скорострельный, сучок. Сейчас мы его вытолкнем. Вытолкнем, там мы его вытолкнем. Что с ним делать? Да-да-да, подводная лодка тоже ушла. Ну, типа, ну не гнаться за ним. Это ты, что ли, торпеды выпустил? Да, почем, не жалко, что ли? Ладно. Сейчас они ему в хвост попадут. Видишь, как они четко навелись на него, блядь. Больше не доводятся они. Да хрен с ним, зато страшно же ему, знаешь как. Всплыви. Ему же просто очень страшно. Дочку захватим. Не, я из нее вываливаюсь. Вот. Только, а нет, 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 нет. Наш демон пипец, утонул. Блядь, да, дострелялся, черт, блядь. Где-то, ну, бля, мне еще минуту ждать, когда подводный этот, подводный поиск откатится. Че, быковать не будем сегодня? Пока это бессмысленно, там эсминец у нас засветит. Он кто-то точку нашу берет, блядь, Б. Ты чем меня обнаружил? Вот он. Ну, здравствуй. А я его не вижу. Тебя вижу, его не вижу. Как так, блядь? Ага. Тебя бомбят. Это не страшно. Это не страшно. 10 секунд, я ушел в разворот. 5 секунд, я первый дам поиск. Давай. Он у меня еще не откатился, кстати. Вот он, красавчик, блядь. Пожалуйста, стреляйте. Ну, кайфуй. Кайфуй, без ремки. Да как теперь? Нас обнаружили. Все, могу поиграл, паренек. Отлично.
Да, в такую жопу он попал, что ли. Ага, вот он, красавчик. О, второй, ё-моё, блядь. Торпеды за какой? Блядь, мне надо ускоряться. У меня... Командир, нас обнаружили. Сейчас, сейчас, красавчик, сейчас все будет. Штуки, интересно. Ах, от Мансина. Вот это тоже поиграл. Блять. Ну ты его, чё их всех убиваешь-то, ё-моё, блядь. Ну как так, блядь? Стараешься. Ну ладно, чё теперь уж, блядь. Вот теперь на те два курфа мы можем спокойно идти быковать. Пошли. В угол загоним. Да, конечно. Точку мы взяли, подводника мы с эсминцем отсюда выпихнули. Ну, в смысле, выпихнули, их утопили. Утопили. Да, ну, теперь в смысле, все. Ты утопил, он, блядь. Ну как я этого поставил? Не, тут командная работа, Саныч. Не только я. Спасибо, один. Спасибо, спасибо. Но я бы, конечно, пошел все-таки на Наполе или на Марсо. Ну ладно, блядь. Если ты пойдешь на Наполе и на Марсо, то это очень плохой расклад будет. Типа мы... Они... Хочешь, пошли сходим. Мне не, вообще без разницы. Нафига, давай. Ну просто ушимки больные, эти бомбы глубинные. Его надо забирать сразу. Если ты промахнулся, не забрал его, он тебя утопил. А у Наполи есть ГАП. Плюс это крейсер. Он очень маневренный, зараза, корабль. Че, по первому, по толстому клепку работаем? Но у меня 9 километров против твоих 12, поэтому который идет на нас. Я сейчас подойду поближе, ты его начинай кошмарить. Ну ладно. Командир, вот он, вот она, был. Блядь, а кто ж нас обнаружил-то, блядь? РЛС, наверное. Меня никто не обнаружил. А, шинка. Понял. Нихера себе подкралась змея. Понял, иди сюда. Мы его сейчас выпихнем. Да дело-то не выпихнем. Давать поиск? Или нам это не к какому месту? Подводный поиск нам уже не поможет никак. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас я шум дам. Посмотрим, в какую сторону он побежал. Вот он к нам бежит. Да-да-да. У нас еще и торпедами, похоже, решил разобрать. Вытопить. Да, сволочь. Пока, дружбан. Я по кюрфу отработал. Давай, 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 давай. Сейчас мы его пуганем. Да какой пуганем? Ага, все, 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 у него. Ой, блядь, надо от гапа уходить срочно. От ворот становись. Достал уже, блядь. На Т нажми, пожалуйста. Пожалуйста. Шум нужен. Ага, спасибо. Даже кайфу принял. У него ГАП закончился. Угу. Ну, а есть. Блять. Общее наступление, ё-моё. Со вторым-то что делать будем? Идти разворачиваться и бомбить его. Блять, я кроме общего наступления ничего не заработал. Что за жизнь, блядь? Ой, Саныч, ну тут... Я тут больше просто... Я на подводках тоже переиграл на это. Да это понятно. Ну и плюс...
Два глупых эсминца надо оставить, которых мы утопили. Работай по пацанчику. Да вот, работай, пожалуйста. Ага, вижу, да, твои идут. Бомбит меня пацанчик. Меня. А, он вообще не понимает, в кого вот, даже. Ага, без ремки. Чё там, твои заходят? Мои мимо. Мои вроде тоже мимо, блядь. Ну-ка. Он тормозит. Да. Ладно, сейчас он без ремки останется, что равно. Да жалко, столько торпед, блядь, мимо прошло, блядь. Ну да, лучше поделать. Здорово. Здорово, Володя. Здорово, Володя. Че вы там гоняете? На подводных лодках Дима меня жизни учит. Не понял. Тебя научишь, ага. Ну чё, попаду, не попаду, блядь. Ну зацепились же все три. По тебе херачит. Пускай херачит. Блядь, неужели от Мансита? Подожди, а зачем ты на глубине, не пойму? Все, всплываю как. Зачем? Целиться было проще. Он же не светит тебе. Да я целился, так мне проще было целиться. Блядь, я его поймал, фокус. И поэтому так на него и шел. Ну ладно. Ну, блядь, добью сейчас, блядь, моего фрага, блядь, ну как-то. Они дошли мои торпеды. А мои да бесполезно пускать, они далеко. На 12. А ну, господа, скажите мне, если командира увольняешь полностью, его опыт остается или тоже исчезает? В смысле, увольняешь, продаешь, что ли? Что ты с ним делаешь-то? Ну, остается на лодке или нет? Нет. Смотри, командира, он мне нахрен не нужен. У него там, например, 6 этих, да? Ну. Я его увольняю, короче, и демобилизую. Его опыт мне в копилку падает или тоже исчезает? Он остается в копилке. Ты же его просто переместил с лодки в запас и все. Нет, я его полностью... Не в запас, а демобилизовать хочет. А демобилизовать это и есть в запас. Ну вот. То есть ты хочешь сказать, командиров продать невозможно, да? А я не знаю, я ни разу не пробовал. Вот я не знаю, зачем ему продавать. Зачем ты хочешь продать? Я просто хочу знать, остается этот опыт в общей копилку, ну, падает мне или нет? По-моему, остается. Ну, лучше, конечно. Если он остается, то мне эти командиры нахрен не надо, я их уберу и желтых лучше прокачаю. А зачем ты их будешь убирать? Сегодня они тебе нужны, завтра не нужны. Завтра ты начал там прокачивать ветку, на них будешь сажать этих командиров. Я 20-перковых оставлю и все. Так у тебя. И опыт вот этот хочу перекинуть на желтых. Чтобы долго не качать. Ты на желтый никак не перекинешь опыт, это точно. Это 100%. Ну я имею в виду вот этот синий. Как она называется-то? Элитный опыт командира. Вот, да вот, элитный опыт командира. Ты разное путаешь. Элитный опыт командира, заработанный командиром, он остается.